Мы на месте событий. Уймонская долина тоже оказалась в эпицентре весеннего паводка. Всех вот последних событий, которые происходят на Алтае, драматических. Сейчас мы подойдем, посмотрим, что произошло с главным мостом Уймонской долины. Как, Александр, вот вы смотрите жизнь на Алтае? Полиция, МЧС, обрушенные мосты. Вообще, какие мысли, какие чувства? Я приехал ради гор. МЧС меня мало интересует. Но я так понимаю, что все-таки приоритет гор так и остается. Конечно. Замечательно. Может быть, не очень уместное, конечно, вот веселье почему-то сопровождает, но вообще очень радостно видеть, как люди реагируют на стихию. В обыкновенных каких-то простых обывателях просыпаются такие качества, и ты видишь, что человек является действительно настоящим другом, спасателем. Ну вот посмотрим, что делают сейчас люди по спасению моста. Как и ожидалось, самые мрачные предположения подтвердились, мост рухнул. Пойдемте посмотрим. Еще, это вдвойне удивительно, что вот этот бушующий поток, буквально, ну, наверное, неделю назад его вообще не было. Вода проходила под землей. Такие чудеса природы, огромные ресурсы. Это огромные силы. Ну, здесь вот уже без комментариев. Да, это река Теребка, которая неделю назад текла под землей. Ну вот, пожалуйста, разрушен мост. Нарушено сообщение Уймонской долины. Вы видите, что люди не паникуют, не стоят на месте. Практически сразу же после обрушения включились в работу дорожные службы, полиция, добровольцы. И я думаю, что скоро движение и нормальная жизнь будет полностью восстановлена. Спасибо, ребята!